Сибирский казачий институт технологии и управления присоединился к выполнению норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 167 учащихся вуза решили испытать себя на силу, скорость и выносливость. Перед началом тестирования для участников провели общую разминку. Студенты выполняли нормативы 5-й и 6-й ступеней. В комплекс вошли 6 испытаний – прыжки, подтягивания, бег на 30 метров, челночный бег, отжимания, упражнения на гибкость. Потому что дети могут показать свою физическую подготовку. У нас очень часто проходят такие спортивные мероприятия. ГТО мы сдаем впервые в нашем колледже. ГТО, к сожалению, не приходилось сдавать. Но это очень полезно. Вот сейчас мы сдаем. Здорово, что так много людей. Раньше я не задумывалась о том, что можно пойти куда-то и сдать ГТО. А сейчас к нам приехали судьи, и это возможно. У нас очень хорошая молодежь и казачий институт, где вот мы сегодня находимся. Я так думаю, это именно зеркальное отражение от того, что мы имеем, и довольно достойно. Я считаю, что не менее половины участников обязательно выполнит на нормативы отличия. Это может быть золотой, серебряный или бронзовый знак. Для завершения тестирования студентам казачьего института необходимо будет пройти, например, такие испытания, как плавание на 50 метров, кросс, стрельба и туристский поход.